Добрый день, дорогие друзья! Хорошего дня вам, хорошего настроения! Наш традиционный видеообзор. Начну я обзор с напоминания. Хочу напомнить вам, что у нас рабочий номер телефона, он один и указан в шапке профиля. Этот номер есть у нас в каждой нашей публикации, под каждым фото и под каждым видео. Также этот номер телефона у нас есть указан во всех социальных сетях, на всех торговых площадках, где мы работаем. У нас только этот номер телефона, он не скрыт, его видно. На этом же номере у нас WhatsApp. Именно с этого номера идет вся рабочая переписка с вами. Пожалуйста, всегда обращайте внимание, с какого номера вам пишут. Также все платежи у нас идут на расчетный счет. ИП Кристина Александровна, магазин «Винтажная лавка». Для оплаты мы отправляем вам ссылку, вы по ней проходите, попадаете в систему быстрых платежей, выбираете банк, с которым вы работаете, вводите сумму для оплаты и видите все наши реквизиты ИНН, УГРИП, наименование организации ИП Кристина Александровна, магазин «Винтажная лавка». И только после этого оплачиваете. Также разница во времени с Москвой у нас составляет плюс 4 часа. И в позднее вечернее время, а также в ночное время наши менеджеры не отвечают на ваши звонки, на ваши сообщения, не отправляют вам счетов для оплаты, не отправляют реквизитов. Пожалуйста, будьте бдительны. Также мы не отправляем вам никаких предложение о покупке предметов по скидке. Если вы получаете подобного рода предложения, вам пишут мошенники, блокируйте их сразу. В настоящее время у нас не проводятся никакие акции, нет распродаж и скидок. Просто запомните об этом, этот момент и не поддавайтесь уловкам мошенников. Ну что, начнем, друзья. Просто невероятные по красоте фужеры. Это Книтель Факирос. Что-то не могу сфокусировать. Угу. Посмотрите, какой цвет. Какая это работа. Прекрасная работа старых мастеров. Четыре фужера такой формы и четыре цвета. Фужеры продаются поштучно. Здесь у нас еще очень красивый штоф. Ручная огранка, очень хорошая притирка у пробки, все в прекрасной сохранности. И еще один великолепный комплект, здесь полный комплект, это тоже Книтель Факирос, вот такая форма, тюльпан. Роскошные, конечно, фужеры и редкие. Стоят они на большом подносе. Фото мы дополнительно сделаем. Такой большой прямоугольный поднос, тяжелый, массивный, очень качественный. Это у нас Канада. Антикварные бары, лиможский фарфор, такой выбеленный прям фарфор, белоснежный, тонкий, легкий. Это начало прошлого века. Вот такая классика. Рельефный фарфор. Еще тут у нас одна красавица стоит, красотка. Вот такая бонбоньерка. Посмотрите на эти формы.
и две рюмки. Это Карл Клокочник. Вазы Линднер. Еще одна ваза от Линднер. Одна форма у этих ваз. Вот такой компотьер. Это Англия, Стаффордшир. Расписано все здесь вручную. Отличное состояние, сохранность начала прошлого века. Две масленки. Стеклянная вставка здесь. Роскошные две тарелки. Это Хученройтер. Ограниченный выпуск. Каждая тарелка идет за своим номером. Посвящены они Рождеству. Здесь 1978 год. И есть у нас тарелка 79 года. Ваза Алька Кунст. Тоже расписано вручную. Вот такой сложный цвет крытья. Очень редкий. Большое кашпо. Ваза от Хученройтер. В вампирном стиле. 30-е годы. Клеймо соответствует именно этому периоду. Очень редкая ваза. Вилерой Бух, Люксембург серия. Суповые тарелки, салатники два размера, круглые. Сахарница, молочник. Чайные пары и тарелки диаметром 19 сантиметров. Еще есть форма для запекания. Канделябр латунь на 5 свечей, полностью разбирается. Очень хорошая сохранность. Три размера блюд Бургенланд в красном цвете. Вот такой совок для уборки со стола. Ручка здесь выполнена. Это кость. Маркированная. Это антикварный предмет Англия. И вот такая большая лопатка. Посмотрите, какая здесь великолепная работа. Ручная работа. Ручка тоже кость. Серебрение. Пять комплектов столовых приборов, рыбных приборов для рыбы. Это тоже Англия. Штихельная работа. Большие плоские тарелки с фруктами. Лимож, Франция. Бургенланд в зеленом цвете, чайные пары, чайник, десертные тарелки. Есть одна вот такая кофейная пара. Чайное трио, это Англия,
викторианская эпоха, костяной фарфор. Сервировочные приборы выполнены полностью из серебра. Ручка и рабочая часть – это серебро. Идет в родном кофре. Вот такое блюдо от Велерой Бог, серия Наив, Рождество. Тоже редкая серия. И это тоже Наив. Здесь молочник, а миска есть у нас. Тарелки диаметром 19 сантиметров и блюдо диаметром 27 сантиметров. Ваза Вальдерхоф. И настольная лампа в рабочем состоянии. Дорогие друзья, у нас есть рассрочка. По всем вопросам пишите в WhatsApp, директ. С удовольствием ответим на все ваши вопросы. Если вам нужны дополнительные фото или видео, тоже запрашивайте. Еще раз всем хорошего дня и спасибо, что остаетесь с нами.